Попытаюсь мастер-класс сделать. Welcome to Who Wants to Be a Millionaire? Let's play. Let's. Самых меньших чихуахуа, бигль, далматин и сербернар. Well, let's see the result. Сербернар. Это же Бетховен. Answer the next 15 questions correctly and you'll win a million. There's no time limit and you have 3 lifelines to help you. Good luck. Let's play Who Wants to Be a Millionaire? Best of luck. Question number 1. Где находится в Лондоне официальная резиденция британской монархии? I can't influence your judgment. Букингемский дворец. That's the correct answer. You've got 100. Ты еще бы не correct. You might as well play it. Here it is. Чем больше известна фирма Intel? Ну, понятно, что микросхемы. That's the right answer. You've had no problem so far. Понятно. В честь кого названа ежегодная престижная премия? Но не в честь Пол-Пота и не Распутина, и не маркиза де Сада. Альфред Нобель. Uh-huh. Well done, that's the right answer. А Пол-Пот... You might as well play this. Красный Кхмер. Какой Том женат на актрисе Кэти Холмс? Надо подумать. Но это либо Том Хэнкс, либо Том Круз. Но это еще не окончательно. Все-таки думаю, что Том Круз. That's the right answer. Congratulations. This is the last point that you could win nothing at all. Тенерифе – самый большой из какой группы островов, популярной среди отдыхающих? Канарские, Балиарские, Сейшелы и Додеканес. Но лично мне на слуху Канары и Сейшелы. Но, опять же, надо подумать.
все-таки канарские. That's the correct answer. Well done. Незабываемая сумма. You can't lose money on this one. Завершите название альбома 2008 года, группы Girls Aloud. Out of Man Time Luck Control. Будем думать. It's up to you. Ну, короче, девушки, про контроль все время думаю. I can't influence your judgment. Но я думаю, что вышел из-под контроля. That's the right answer. We don't want to give you that. Чек с деньгами мы пока оставим у себя. Какого черта? Take as long as you need. You don't have to play. Как зовут собаку Тинтина? О, собаку репортера Тинтина из комиксов зовут Милу по-французски. По-русски Снежок. Ну, в общем, по-немецки цацки пецки, а по-русски аурец. Бутерброд. Ух! That's the right answer. Well played. Take your time. Have a good look. Какая мировая компания была основана Гарольдом Мэтсоном и Эллиотом и Рут Хендлер в 1945 году? Ну, это вообще вопрос очень сложный. Это ж надо вопрос. Это ж компания еще с 45-го года по производству игрушек. Mattel. Что неправильно? I'm sorry, that's the wrong answer. The right answer is D. Mattel. Ну, неправильное написание. Ну, в общем, неправильное понимание. Ладно. Обязательно в следующий раз покажу мастер-класс.